Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня я хочу сделать обзор водорастворимого масла виноградной косточки. Это масло довольно-таки распространенное, потому что оно очень полезное как для кожи, так и для волос. Оно насыщает волосы и кожу витаминами А, В и С, также антиоксидантами, имеет ценные макро- и микроэлементы, а также питательным протеином. Это масло можно добавлять, например, в мыло ручной работы. Тогда ваше мыло можно спокойно умывать лицо, тело, кожа будет увлажненная. Он прекрасно очищает поры, помогает им закрыться, поэтому ваше лицо станет гораздо красивее. Он даже выравнивает цвет кожи, потому что сам виноград очень полезен, а масло виноградной косточки полезно еще больше, потому что именно в косточке содержится больше полезных веществ. Благодаря тому, что масло водорастворимое, его можно использовать как в шампунях, так и, например, в несмываемых масках, или же, например, в тониках для волос. Оно прекрасно вас защитит от угревой сыпи, а если она уже у вас появилась, тогда это масло уберет эту сыпь, уберет воспаление кожи, раздражение, и тогда вы будете знать, что угри больше не появятся, если вы будете пользоваться данным маслом. Также можно добавлять в различные средства для волос, так как оно водорастворимое, поэтому можно добавлять в те средства, которые будут жидкими. Оно очень питательное, поэтому можно спокойно делать спреи для волос питательные, тогда волосы ваши всегда будут красивыми, блестящими, увлажненными и не будут пересушиваться. Фасовочка у нас идет 50 мл. Поставщик Италия. Вот такое полезное масло водорастворимое виноградной косточки. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!